Ребят, всем привет. Случилась интересная история. Тони пропал. Пропал Тони, нет его уже буквально как два дня. Дело в том, что когда мы ехали менять печальку на iPhone, вернее, iPhone менять на печальку, если вам интересно, как это происходило, ссылка будет в описании, мы обмолвились, что будет еще один проект, который называется Гелендваген. И вот не далее, как пару дней назад, как раз в тот момент, когда Тони пропал, последнее, что я от него слышал, он купил Гелендваген. Я долго пытался его выпытать, за какие деньги вообще он его взял, что за Гелендваген. Но Тони так и не признался, говорит, приедешь, сам увидишь. Вот. Еще он очень как-то витиевато сказал, что мне, как любителю BMW, понравится Гелендваген. Я искренне не понял, что он имел в виду. Во-первых, не то, что я люблю BMW, мне на самом деле абсолютно пофигу. И как бы BMW и Гелендваген, ну, как-то не очень мне вяжется, но как бы Тони ржал и... Ну, короче, я не понял. Еще есть очень интересный нюанс, что когда Тони мне звонил, он был очень счастлив. По голосу можно было представить, что, не знаю, как будто он второй раз лишился девственности, ему снова стало 16 лет. Я сейчас, ну правда, ребята, я сейчас не понимаю, что происходит. Сейчас направляюсь в секретный гараж в Купчино. Вот, Тони сейчас там, говорит, приезжай, тебе понравится. Я заинтригован, сам, честно, не знаю, что будет происходить. Поэтому смотрим, ребят, сейчас все будем снимать на камеру. Вот, надеюсь, будет интересно, не пожалеете. Добрался я, парни, до секретного гаража в Купчино. Что-то Тони непонятно где. Неприятные у меня ощущения. Предчувствие нехорошее. Здорово. Ну чё, где гелик? Да вот тут стоит. Где? А чё вы его уже затолкали-то вообще? Спрятал. Ну пойдем смотреть. Пойдем посмотрим. Быстрее. Пойдем. Подожди, истеричка. Подожди. Сейчас пойдем. Так. Пойдем. Твою мать! А где морда-то у него? Да я в покраску уже разобрал его. А и чё? Подожди. А где ты его взял вообще, Тони? Ну чувак, короче, в автобус на нем шатался. Было громкое такое ДТП. Нас тачек автобус в бочину всадил. Я стесняюсь, автобус тоже списали, да? Ну да, на гелике крыло поцарапалось там. Короче, беда. Так, я понял. Ну, короче, морда в малярке. Да, а что еще? Подожди, а что? А это какой? Подожди, это же какой? Нет, это не 463-й. Это какой гелик-то вообще? Это гелик черный какой гелик? Не-не-не, подожди, какой кузов-то? Подожди. Ну-ка, подожди, я не понимаю. 30-й. А, нифига, так это военный. А, так вот у него, подожди, а какого он года? Он же древний, как говно мамонта. 96-й. 96-й? Да. А где ручка? Да тут дастишь фантастишь что-то. Слушай, мне одному кажется, или его уже пытались как-то починить? Слушай. Ну да, его пытались починить. Как-то вот. Слушай, теперь я понял, почему ты пропал. Это уже ты сделал, нет, слушай? Не. Нет? Точно? Точно. Отвечаешь? Отвечаю. Ну ладно, хорошо. Вот. А что, не открывается вторая дверь? Нет, почему открывается? А, вот, стоп. Вот это торпеда. Это торпеда, да. Подожди, а что в салоне-то? Подожди сейчас, я не понял. Не ходи туда, не надо. Слушай, а вот это-то зачем? Объясни мне. Вот, а где салон? В салоне. Подожди, а зачем торпеду-то снять? Да откуда я знаю, зачем он снял торпеду? Он решил там навести порядок. Какой порядок, Тони, здесь вообще? Здесь, это тебе не печалька, это не получится сделать за... Я не знаю, это за... Меня... Как в сумке у электрика. Я не хочу ругаться матом, но это вообще ад какой-то, подожди. Подожди, ну мы справимся. А, ну да, наверное. Да, нет, мне уже. А почем ты его взял? Ну. Я понял, ладно, хорошо. Блин, еще и не признается вообще.
А с этой стороны что? Тони! А зачем? А почему тут коврик от этой самой, от двери-то? Подножный привернут. Слушай, а я уже 3 обшивки поменял, короче. Я достал последнюю поменять. Ну, не знаю, чел сказал, ему, говорит, так больше нравится. Вот это коврик, ноги вытирать. Он вместо обшивки двери? Я уже 3 обратно поставил. Я понял. Она где-то тут лежит. Бош, что-то валяется вообще. Знаешь, что тебе понравится? Нет, стоп, подожди. А что приборка от BMW? Пойдем, я тебе покажу. Тебе понравится. Пойдем, пойдем. Ты, подожди, Тони, подожди. Ты что-то скрываешь? Пойдем. Чуваки, какой-то... Ты будешь в восторге. Какое-то палево вообще, не понимаю. Ты будешь в восторге, братиш. Это что? М70 В12 6 литров. В Гелендвагене? Ну они же немцы оба, что там? Стоп, подожди. Вот это мотор, подожди, это от BMW мотор в гелике. А привод? Подожди, а как привод? Коробка какая? Автоматическая какая? Блин, я сразу ты не заметил. Коробка автомат, а привод как реализован? Подожди. Чё? Сзади что, как... Так, кардан какой-то от КамАЗа, походу. Ну да. А раздатки нету, да? Нет, нету. Слушай, а что там глушитель взорван? Сейчас, подожди, я сейчас свет включу, тут не видно нифига. Так, вот это... Братиш. А. Там глушитель взорвался. Слушай, ну там бензина много туда накачало. Его когда пытались завести, она взорвалась. Можно еще раз? То есть... Ну... Нет, стоп, давай снять. Он не заводится? Ты же не просто так приехал. Братиш, подожди. То есть он сейчас не заводится? Нет, искры нет. Скажи честно, вот банка, это уже ты взорвал? Не-не-не-не-не. Нет, не я. Ну ладно, хорошо. Так, короче, значит, у нас получается что? Мотор V12 от BMW, коробка, автомат от BMW, задний привод, кардан от КамАЗа. Да. Братиш, мне кажется, ты сделал ошибку. Где? Да брось ты, это же... Это эксклюзив. Давай я попробую тебе объяснить. Твоя основная ошибка вот здесь. Это же мощь. Не-не-не, братиш, я не хочу этого делать. Нет, просто понимаешь, что как бы 5,5 АМГ стоит дороже, а он как бы, ну, дерет 5,5 АМГ. Тони, иди ты в жопу, я не буду вот этой херней заниматься. Слышь, ну запарил, ну подожди, а ну куда пошел-то, ну стой, ну слышь, ну чё? Хорош, ну чё ты, ну чё? Истеришь-то, чё ты истеришь-то, а? Мало того, что как бы вставить в гелик мотор от BMW, это все равно, что самому себя трахнуть. Он даже и что, у тебя тоже BMW? У меня не мотор от Гелендвагена, здесь даже нет полного привода. Иди ты в жопу, вот это что, вот объясни мне, ты почем, да, ты за сколько вообще ее купил? Неважно. Вот это вот что, вот это объясни мне, вот это тормоза? Где? Да. Вот это передние тормоза? Да. Вот это только тормоза, блин. Ну и что? Вот это объясни мне, вот это задние тормоза? Вот это, да? Вот это задний тормоз. Где они? Я подготовился, где? Туда надо дисковые тормоза ставить, там барабаны были. Ну это охренеть можно. Мало того, что ты его как бы взял у каких-то упырей вообще. Что? В смысле? Вообще, где вот все? Вот это вот. Я вот это вот, я вот как буду собирать вообще? Говном, палками, пылесосными штангами? Вот там, вон лежит там все, что ты... Что лежит? Печка лежит. Да что печка там? Вон печка, торпеда там, обшивка. Да я вообще даже с этим морочиться, Тони, реально не хочу вообще. Я не понимаю, как могло вообще в голову... Ну ладно, бог тебе, что мотор от BMW в крячере. Но я не буду трогать тачку, у которой коврик, блядь, из-под ног прикручен к обшивке двери. Это бред вообще какой-то. Че ты истеришь-то? Слышь, тут уже, ничего не прикручено. Че нереально? Вот здесь, смотри, короче, я не знаю, автобус... Вот эта краска от автобуса. Вот объясни мне, автобус что, на списание? А че ты истеришь-то, запарил нас? Ты видишь, ты смотри, как бы здесь какой заморочь. Этот самый, раму погнуло. И чё, я ж кузовщик. Раму, блядь, мы как будем? Подожди, я тебя прошу раму потянуть или машину мне помочь завести?
Я все равно Тони не хочу. Причем здесь ты, тормоза и рама. Объясни мне, пожалуйста. Я тебя прошу мне вот с проводами, вот с этими, вот там, вот все разобраться. Я даже не хочу это делать. Ты посмотри вот сюда, вот здесь. Даже Котофея знает, что это вот эмульсия. Она вот здесь, она возле заливной пробки. Тони, что ты говоришь мне? Бля, я даже смотреть туда не хочу. Там это хуже, чем печалька. Че ты истеришься? Капец просто. У меня нет слов, реально. Тони, что за бред? Подожди. Объясни мне, почему глушитель взорвался? Перекачал, я же тебе объяснил. Ты, значит, это у тебя он взорвался? Нет, не у меня взорвался. Тони, ты что-то не договариваешь. Откуда ты знаешь, что перекачало? Мне сказали. Капец вообще, ну нереально. Просто жесть. Вот это что? Вот я вот как вот это вот буду все делать? Вообще вот это вот что вот это вот? Это V12 мотор, Тони. Здесь работы не на час вообще. Здесь разбирать, здесь разбирать не надо. Проще вообще ее облить бензином и пожечь. Вот это что мне объясни? Вот это из стульев школьных сварили. Вот. Что вот это? Это даже не дикий свап. Это надо было вместе употребить. Я не знаю. Это страх и ненависть Лас-Вегаса отдыхает. Истеричка. Подожди, я не договорил. Здесь это, я, не, что это? Объясни мне. Это... Человек любит каркас. Школу, в которой он учился? Это фильтр нулевого сопротивления? Да. Он в крыле стоял, да? То есть все вот это вот говно, которое летит туда. И ты удивляешься, почему здесь эмульсия? Я не удивляюсь, почему там эмульсия. Знаешь, что можно сделать с этим автомобилем? Вот смотри внимательно. Вот знаешь, что можно сделать? Можно ты сейчас возьмешь, пойдешь вот туда вот в хорька, короче, возьмешь сейчас компьютер, и мы с тобой посмотрим. Пипец вообще, нереально просто. Слышь, ты что сидишь, что соскакиваешь-то вообще, не понял? Я не хочу этим заниматься. Реально скажи мне, вот реально скажи мне, почем ты его взял? Вот реально скажи. Че, правда? Угу. Я пошел за сканером. Так бы сразу. Истеричка. Нормальный гелик. Зато V12. Бюджетно. Не то, что ваши 5,5 АМГ. Короче, я предлагаю тему. Давай мы сейчас по быстроляну, короче, его заводим и, в общем, на Авито. Нормально запятифун? Я подумаю. Давай сейчас заведем его. Ну, что там, диагноз? Короче, нету питания. Чего нету питания? Нету питания на разъеме диагностическом. Все, короче, Тони, беда. Давай плюс поищем. Где мы сейчас его с тобой будем искать? Электросхемы нет, ничего нет. Да и какая электросхема? Ты видишь вот это вот, что такое? Видишь вот это вот? Реле. Это реле поворотников от Жигулей. Бюджетненько. Какой бюджетненько? Я тебе где буду схему электрическую искать? Вот здесь он? Нет, в интернете. В каком интернете? Вот это, видишь? Здесь кто-то вообще на макрофлекс вообще дырку залепил и залепил ее бумажкой, на которой какая-то схема нарисована, 4 лампочки. Что это за бред вообще? Надо нормально готовиться, брать электросхему, потом приезжать. Сейчас это нереально. Ладно. Генератор мой где? Какой генератор? Ты мне на печальку обещал генератор. Там он сдох. У нас есть секретное оружие. Вот чем сейчас Котофей поможет, объясни мне. Может, он плюс найдет. Все, короче, я сваливаю. Мне все тут надоел, короче. Ай! Все, короче, я сваливаю. Все, убери Котофея. Дерзкий какой-то. Вытаскиваем, разъем сам вытаскиваю. Я еще не знаю, как это будет происходить. Все. Все, короче, Тони, вытаскивай, я тебя в тачку. Истеричка, сюда иди. Генератор! Берем и поехали! Хватит! Какой генератор? Сюда иди! На печальку! Я все, короче, Тони, бери Котофея, я тебя жду в тачке! Истеричка!